Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и гости моего канала. Вот у меня новая орхидейка. Муж мне подарил. С тремя цветоносами. Такая красотка. Такая красотка. Показываю поближе свою красавицу. Три цветоноса. И на каждом, так вот я не считала, 4, где-то по 8, 8, 6 цветочков. Такая красотка. С некоторых пор я не люблю срезанные цветы. Дети мои знают уже об этом. И вот теперь дарят мне орхидейки. Гиацинты. Вот такие гиацинты сейчас продаются по уценке за 36 рублей всего. Один горшочек. Не удержалась, не смогла пройти мимо. А пахнут сиренью чудно. Вот три распустившихся купили. И три в бутонах. Ой, такая красотища. Красотища. С 24 января стоят у меня еще цветут гиацинты. Какие-то уже, конечно, отцветают. Но это живые цветочки, люблю их. И вот что интересно. Видите, второй цветонос. И так у каждого практически появляется второй цветонос. Вот такой сейчас у меня уголок. Красиво. Вот так раз в 10 дней я погружаю свои орхидейки. А насколько получится? На полчаса, на час. И сюда же и гиацинты поставила. Сегодня 27 марта. И вот моя белая красавица, вот такая, с одного цветоноса срезала я уже отцветшие цветочки и обрезала и обработала. И вот эта орхидейка сейчас еще цветет. Это та малышечка, деточка, которую я отделяла от материнского куста. Растет, корешки вытянулись. Вот это выпустила цветонос, но она у меня такая пострадавшая. Корней практически нет. Листики тургор потеряли. Пересаживала ее. Вот это отцвела, хорошее состояние листьев. Здесь вот это тоже выпустила, только этот цветонос не развивается, не знаю, что с ним будет. Вот еще один тут собирается зацвести. А это бедолажечка. Дети, видимо, бросили вот здесь. Стояли они у меня внизу, не на окне. Бросили мячик. И вот эти листики, вот он уже отваливается. Не знаю, что с ней теперь будет. Жалко. Такая была шикарная орхидейка. И вот Минечка. Маришина. Тоже здесь висит у меня. Саморезик вкрутил в потолок.
Цепь подвесили, сделал крючочки мне вот такие и вешаю. Мне удобно, освободились подоконники для рассады. Забегайте ко мне в гости, пообщаемся, я буду рада. Желаю вам всего самого доброго. Всем пока, пока.